К концу сентября должна завершиться столь долгожданная реконструкция Белокаменного шоссе. На все запланированные работы, в частности на расширение дорожного полотна, установку новых мачт освещения и множество других работ, без которых невозможно выполнить основные, запланированы меньше месяца. Так, наша съемочная группа стала свидетелем того, как большую газовую трубу прятали в толще грунта, предварительно сделав гидроизоляцию. Все это необходимо для того, чтобы расширить данный участок дороги и ликвидировать бутылочное горлышко, которое препятствовало нормальному движению транспорта не меньше, чем ямы и ухабы. Компания, выполняющая работы, надеется завершить все начатое в срок. Если погода позволит, то закончим вовремя. В данный момент положен только подстилочный слой асфальта. Вскоре положат основной, нанесут разметку и установят необходимые дорожные знаки. Глава района осмотрел качество проводимых работ. Работы проводятся качественно. Я уверен, что если погода нас не подведет, работы будут выполнены в дню города. По контракту они должны быть выполнены до конца сентября. Но подрядчик взял на себя повышенные обязательства. Мы хотели бы все-таки горожанам сделать такой замечательный подарок к 50-летнему юбилею города и решить, наверное, десятилетиями сложившуюся проблему нашего прекрасного города. На проспекте Ленинского комсомола Олега Хромова интересовало, как ведутся благоустроительные работы во дворах домов 36, 38, 40, 42, 72 и 74. Глава отметил положительные моменты и недоработки. Мы встретились с проблемой на нескольких дворовых территориях, дойдя до 72-го дома, где произошла вырубка деревьев, но не производятся работы по установке бортового камня, соответственно, и подготовке под асфальтирование, расширение парковочного пространства. В первую очередь я все-таки связываю это с тем, что компании, которые к нам приходят на конкурсы, не имеют достаточных оборотных средств для того, чтобы в полном объеме, без оплаты выполненных работ, выполнить те объемы работ, которые им предусматриваются контрактами. Мы будем требовать от подрядчиков и выставлять своевременно претензии. Исполняющий обязанности главы городского поселения «Видное» Александр Усков показал и рассказал Олегу Хромову об интересном и важном проекте, реализуемом в Расторгуеве. Два сквера, которые также должны быть обустроены уже до снега, станут возможностью для отдыха ожидающих автобуса или электрички видновчан и гостей города. И, соответственно, вот всю ту поросль, которая есть вот по той части, где в основном мусор скапливается, мы полностью срезаем до аптеки. То есть открываем вот это пространство. Также глава посетил двор дома номер один по Советскому проезду, где свои вопросы и пожелания смогли высказать Олегу Хромову местные жители. И почти готовый спортивный комплекс у Видновского художественно-технического лицея. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.